Некоторые женщины думают так: вот он мужчина, вот он должен идти на работу, мужчина должен прийти с работы, и он должен спрашивать, что в семье, он должен идти играть с детьми, он должен меня возить в отпуск, он должен с моей мамой устанавливать отношения, он должен что-то делать по дому, прибивать полки, там что-то еще. То есть он должен, мужчина должен. При этом эти женщины говорят: я ничего никому не должна. Я никому не должна. Я не должна с ним устанавливать контакт какой-то. Я не должна изучать его психологию. Я никому ничего не должна. Это он должен зарабатывать, он должен помогать, он должен с детьми играть. Должен. Милые мои, давайте серьезно. Если вы никому не должны, то и он никому не должен. Это справедливо. Или... на что получается? Игра в одни ворота? Эгоизм какой-то?